бластер регенерирует особый вид электромагнитных полей, из-за которых наши летуны не могут подняться в воздух. Так что поддержки с воздуха у нас нет вообще. Тогда нам нужна какая-то новая стратегия. Возможно, лучше организовать какую-нибудь диверсию и выкрасть матриарха во время беспорядка. Что ты можешь предложить, Дюран? Пост протосов на телематрисе практически неуязвим для пехотного нападения. Однако он питается и поддерживается множеством смежных кластеров. Я думаю, что мы могли бы взорвать несколько кластеров, и волна распространилась бы на остальные. Этот взрыв был бы хорошим отвлекающим маневром для нас. Чистенько и простенько. Мне это нравится. Займись этим, Дюран. Не давайте ничему встать у вас на пути. Ой, бля, это эта миссия. Бля. Есть проблемы? Я займусь этим. Типа, ага. Конечно. Ясно. Я пошел. Конечно. Знаете, что она мне напоминает? Это карта, это миссия. Миссию за протоса в Wings of Liberty на Айоре. Есть проблемы, я пошел. Интересно, а если летуны не могут летать? Как же владыки летают? Нестыковочка. Кстати, королевы есть. Я видел королев. Совсем нестыковочка. Чё твои это самое? Проебались. Чё-то я особо-то и не понял, зачем королевы нужны. Паразиты. Слюнявление, чтобы немедленно бегали. И ещё чё-то. Типа поглощение или ещё чё. Ну, окей. Ой, блядь, да ладно. Не будь такой бакой. А, доп база. Я вижу доп базу. Давай пошарим. Так, я нашел что-то крутое. Так, месторождение минеральчиков и газика. Отлично. Так, а какие квесты, кстати? Ясно. Зачистить и захватить. Классика. Чё, опять владыки? Да ёптеть. Чё ж вам так не имется? Так, ну, минеральную экономику немножко раскачали. Газик по-прежнему один на базу. На всю базу. Что? Кто? Дарки! И опс такой, пойду-ка я отсюда.
Владыка подъехал. Больше минералов. О, еще минеральчики. Я так понимаю, эта миссия затянется, раз мне тут столько ресов дают. Это меня пугает. Больше пугает, чем радует. Потому что я проходил когда-то эту миссию с читами. И она, мне кажется, не понравилась. Оказалась длинной и нудной. Точнее, не длинной, а однообразной. О, откуда у меня тут два линга появилось? Странно. Одного гидроля нет, его убили, наверное. Так, тут уже идет перебор по рабам. Так, как вы зашли сюда? Ага, сюдой, да? Хорошо, то есть у нас есть такие два оплота по краям. Как минимум вы идете сюда. Я думаю, вы можете идти сюда. Вы идете сюда. Тут идет еще добыча. Хуели, пидоры. Идем сюда. Там еще одну базу сейчас займем по барику. Пока что ничего плохого не произошло. Можно спокойно пересейвиться. Снимаем базу. А где? А, тут что, газа нет? Замечательно. Тут у нас газа нет. Ой, блядь, да ладно тебе. О, владыки, подъехали. Да все нормально, ёпть. Так, добыча пошла, хорошо. Так, тут разве что газик раскачать. Так, ну тут можно еще немножко. Первый кокоточек. А, блять, владыки, задумался о своем. Да. Блин, а давно я вообще ничего не комментировал. То я так думаю, о своем думаю. А комментировать не комментирую. Да, вот это я умею. Да ёб твою мать, задолбали. На тебе еще, владык. Панцирь. Скорость. Так, стоп. Я ж это самое. Я ж заказывал гнездо королевы. Где оно? Где, блять, оно? Ну, я вас понял. О, тут уже база доделалась. Неожиданно. Внезапно база доделалась. Бля. Я, блядь, все понял. А что там есть? Оп. Ну, блядь, ну... Дерьма, куски. Здесь.
все, пизда вам. Пидорасы. Блять, они снесли мне базу. Это было совсем нехорошо. Ой-ой-ой, они сейчас туда пойдут. SH, SH, быстро. Я здесь, я пошел. Тоже совсем не круто. Ты идешь? Дебил! Я пошел. Ты стрелять-то будешь вообще сегодня? Здрасте. Рабы, дебилы! В тыл! Спорку. Ёбнем. Да, что-то там меня нагнули немного. Рачком. Не люблю я, когда меня так используют, но что поделать. Да хорош по нему стрелять. Чуть врагов мало. Ох, блять, ресы скопились. Нихуя нехорошо. Так, я ж попросил, господи. Проблем у меня сейчас так достаточно, я бы сказал. Ой, сука, да ты издеваешься. Хорошо. Необходимо больше минералов. Количество газика увеличивается. Это я люблю. Необходимо больше минералов. Угу. Необходимо больше минералов. Две соточки подгоните, пожалуйста. Так, сходим отсюда. Сотни есть. Кстати, закопка мне пригодится. Эволюция завершена. Оно прокатит? Сука. Я пошел. Не прокатило. Есть проблемы? Я пошел. Конечно. И за 50 минералов я приобрел. Что я приобрел? Я приобрел. А хуй знает. Чё-то приобрел. Так. Гидроли подходят еще. Пу-пу-пу-пу. Давай скорость передвижения. Еще 5. На этот раз воздух. Он же капец, вы знаете. Кажется, не особо они это поняли. Ой, блядь, там еще враг. Кажется, они решили меня пробить. Спрашивается, зачем. Так, там мы их всех выебли. Хорошенечко так нагнули. Так, тут мы тянем линию... Блин, как эта херня называется?
это дерьмовой хуйни, короче, линию. Не помню, как она называется. Так, а тут дальше что у нас? Эволюции? Какие эволюции? Какие-то эволюции там. Так, ну не эти, окей. Хуярим адреналин своим лингом. Потому что можем. Готово. Ой, сука, да ладно тебе. Больше ему минералов надо. Так, тут мы задефались. Было бы прикольно, если бы еще тут база была. Че ты тут встал? Двигай давай. Так, ну что, ставим раз, два, не, ну рез уже так хорошо копится, эволюции. Ой, бля. Пиздос, как их много. Конечно. Да. Конечно, там сильно было жестоко. Рабочие. Эволюция завершена. Поместится? О, поместилось. Так, тут тоже пачечку гидрасиков. Тут еще помещается. Отлично. Так, ну в принципе грейды у меня пиздатые, так сказать. Сюда ресурсы капают. Развились, собственно. О, вы куда это собрались? Вообще херена.
Так. Бараню ультралем. 200-200, да? О. Вот и господа владыки потребовались. Так, ну пачки гидролей тут знатные, так скажем. А, тут, я понял, тут заперто. Тут вы не можете пройти. Эволюция завершена. Вы останетесь вечными заложниками этого места. Ну, еще можете туда пострелять. А ну, СЗ. Сука. А вот и владыки. Владыки подъехали. Недостаточно газа теста. Ультрали выползли. Проверка. Тык-дык-тык-дык. Пролезут? Пролезли. Значит, оттуда спавним лингов. Так, тут идут апгрейды, троечки. Так. Ну, тут, в принципе, недалеко. Раз-раз-раз, и уже первый маячок. Тут тоже раз-раз-раз, и уже первый маячок. Да, вон там подъемчик вижу. Мне газик нужен. Так, ну чё, будем налегать на лингов, получается. Раз такая хуйня. Угу. Блин, в принципе, у меня 7 ультралей. Ща будет. Так, скорость ультралям делаем. А? Что? Ага, пинает. Хорошо так-то прошлись. Если будем спавнить лингом, то мне понадобится еще один улей. А что, кто? Ой, ай-ай-ай. Пидоры. Подхватили меня там. Ну что, скоро? Нужно дождаться. 1 плюс 4. 1 плюс 5 будет 6. Хорошо. Тут мы от всяких уёбков задефались. О! Урон троечка. Почти 30. Ой, бля. Мне нужна скорость владыкам. Обязательно. Без этого вообще нельзя тут быть. Без скорости владыков я не могу выйти наружу. Там будут повсюду дарки. Ой, ну привет. Больше влады. Нет, тут уже армия хороша, они мне владык просят. О, ультраль. Неожиданно выполз ультралиск. Внезапно. Так, теперь у меня их 8. Что есть, хорошо. Хорошо, что апгрейд быстро делается. Ой, здрасте. Так, вот это нужно убивать. О-о-о. Вот это хуёво. Быстро, быстро, туда. Эта хуйня всех раскурочит. Больно, блядь. Так, ну одного выебали немножко. Здрасте.
минус 2 сделали. Пидоры. На самом деле, я еще могу позволить вот это вот. Вот так вот сделать. И не париться. Там рез уже заканчивается, на самом деле. Так, что тут эта эволюция? Еще нет. Окей. Так, 3 ультралиска. Сделали. Так, грейды у меня уже замечательные. Будет он у меня такой зрячий. Ой, ой. Здрасте. Блять, ну ребята. Что вы делаете? Пидоры. И же вы твари просто. Вперед, вперед, вперед. Не дадим выебать базу. Быстрей. Так, ладушки, ладушки. Мы типа готовы, да? Для начала. Гидрасики-кабасики. Лингусики. И теперь пошли вот эти вот. Гвардия моя. Побежали, побежали, побежали. Блять, как дебилы побежали. Вам типа вот сюда вот. Вы в курсе? Дураки. Ой, не туда, не туда, не туда немножко. Вот они. Так, первый пост захвачен. Захвачен он был на изи. Это прекрасно. Просто замечательно, я скажу вам, товарищи мои. Наши дети атакованы. Так, посмотрим, что у нас тут вокруг творится. Чё, всё? Тут вообще никого больше нет. Логово атаковано. Что? Кто? Кем? Эволюция окей. Есть проблемы. Хуй там. Я нашёл. Вот соси. Не бывать твоей победе. Кластер пилона перегрузился. Наши дети атакованы. Я пошел. Перегрузился, но типа ок. Наши дети атакованы. Что, кем, блять? Понятно. Так, ладушки. Ой, блядь, там эти прутся, пидорасы. Чё, тут два ультрала у меня застряло. Замечательно. Надеюсь, наши выиграют. В защите логова. Выиграют. Отлично. Эволюция завершена.
Так, кластер перегружен, да? Молодцы, да. Типа, окей. Уходим отсюда. Куда вот? Есть проблема. Вы что, блядь, делаете? Я займусь этим. Вы что, аутисты? Ну, давай нормально. Всё, куда-то вот туда спрыгнем. Где, блядь? Дарки? Конечно, дарки. Кто же еще? Прикопали. Пусть будут лучше прикопанными. Так. Вот, привет, владыкам. Так, сваливаем вниз. Ой-ой-ой, ресурсы докончаются. Что? Вы что тут делаете, ультралы? Пройдете? О, прошли. А ну-ка, давайте все. Ему поверить, что я там ультралов заказал. Ну, всякое бывает. Меня больше пугает другое. Что у меня база заканчивается резко так-то. Резко решили закончиться база. Значит так, сосунки. Идем дальше. Один будет на передовой, другой на флангах. Так, следующая хуйня открыта для доступа нам. Ну что, мои свирепые воины? Кто, где, откуда? Ебическая сила просто. Просто ебать. Здесь достанут. Хуй там. Сейчас слишком далеко. А вы? Хуй там тоже не достанут. Пиздец какой-то. Так. Вниз, все вниз спускаемся. Я здесь. Так, как там, справились? Справились. Молодцы. Кластер готов к перегрузке. Отлично. Я здесь. Конечно. Я займусь этим. Спускаемся. Конечно. Так, у меня ресов нет. У меня они тупо кончились уже. Прям вообще. Что, блядь? Где я, блядь? Так, аутисты, достанешь? Нет. Концы тебе. Зажали парня. Решили авианосцами атаковать. Меня это напрягает. Так, ладно, ребят. Вы ведь знаете, какая ваша цель? Тотальное уничтожение следующей базы. А именно вон тот. Та, которая вдали, он там стоит. Так вот, вы ценная группа, тоже идите. Наши пять атакованы. Конечно. Я пошел.
Так, а где? Бля! Овер! Овер, дрочь, блядь! Быстрее, уебать! Уебантус! Уебать! Уеби или будешь сам уебан. Так, двигаем. Так, насчет немножко гидрасиков. Ну как немножко? Достаточно. Есть проблемы. А, сейчас. Я тоже умею быть невидимым. О, тут газик есть. А минеральщиков нет. Тоже все выработали. Так, все, тут, насколько я понимаю, тупик, да, тут тупик. Капец. Я здесь. Так, все, уходим, уходим домой, домой, домой. Все аутисты домой. Наши дети. Я здесь. Я пошел. Я здесь. Я займусь этим. Да, угадай, кто он? Дарк? Где-то там на пути будет Дарк. Убить его. Блять, эти только сюда вернулись. Так. Я пошел. Так. Где мои гидралы? Что, теперь пройдете? Хуй там просто. Так, теперь. Все же я еще что-то там добываю. Какие-то ресурсы. В принципе, не так уж и сложно, я думал, будет сложнее. Так, крупное подкрепление. Блять. Есть. Так, группа аутист. В бой. А, далеко нашим пиздовать придется. Так, давай возьмем с собой еще пару оверов. Потому что мне что-то страшно за своих. Так, кажется, моим там больно. Так, Ордус Имбицилус, как там дела? Блять, дураки! Вас же сейчас всех перережут! Покромсают, нашинкуют! Аутисты! Лети, лети, лепесток через запад на восток! Господи, как же тут много дарков! Блять, так и знал. Ты ж, сука, так и знал. Вперед! Глиномес, дебилы! Ёбки! Так, ну не разбредаться. Уебаны, а? Какие уебаны? Так, все, забили на эту базу.
домой! Вернись назад, эти овер. Блин, почему нельзя оверов закрепить за отрядом, а? Ты вечно где-то, где... Бля, горит. Как же у меня пердак горит. У меня же тут перманентное нагревание конца моего. Наконец-то. Ну куда вы назад-то идете, а? Так, за мной вроде бы никто не бежит. Хорошо. Так, я смотрю, тут у нас много разных зданий интересных. Есть проблемы? А вы что встали? Не нравится здание, что ли? Опа-на, впереди Дарк. Быстро-быстро вперед. Бластер готов к перегрузке. Я пошел. Отлично. Я пошел. Да, много же я ребят тут потерял. Интересно, того, что у меня осталось, хватит на это самое. На то, чтобы пробить следующих. Или не хватит? Потому что если не хватит, это будет грустно. Есть проблемы. Так, аутисты. Аутисты в бой? Дебилы! Там почти всех моих там слили. Аутистов. Гребаные дарки, как же они мешают, а? Я пошел. Аллах! Заходим, заходим. Ой, блядь, спасите мою жопу! Как там еще 3 ультрала в тылу осталось? Сумотохи, мы заходим, заходим, я сказал, а не толпимся, как дебилы. Кластер пилона перегрузился. Ну типа все. Королева, все готово. Ждем вашего приказа для взрыва. Очень хорошо. Отправь моих зергов вглубь планеты. Пусть они украдут матриарх. Начинай, дыра. Начало воспламенения. Тип готово. Ну что ж, всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.